Продолжается наш марафон с подбором лучших вещей этого года, и в этом видео про аксессуары. Hero Clip – незаменимый аксессуар, призванный облегчить вашу жизнь в прямом и переносном смысле. Карабины Hero Clip доступны в нескольких размерах и выдерживают разную нагрузку. Он позволяет, например, повесить сумку или рюкзак на край стола или зацепить за ветку дерева, то есть сделать это там, где обычно никаких удобных креплений нет. Hero Clip можно повесить на рюкзак или сумку и всегда иметь с собой на случай необходимости. Peak Design Packing Cube доступны в размерах Small и Large, а также нескольких цветах. Объем маленького куба изменяется с 4,5 до 9 литров, большого от 8 до 18 литров. В каждом органайзере два отсека, основной для вещей и дополнительный для, например, разделения грязной и чистой одежды. Органайзер расширяется и сжимается за счет прочной молнии по периметру, материал, из которого изготовлены органайзеры, нейлон 40 денье. Вставки есть из гипалона. Packing Cube легко открываются, если потянуть за ушки посередине центральной молнии, бегунки быстро разойдутся в разные стороны, и вы получите доступ к содержимому. Fisher Space Pen Bullet – ручка со съемным колпачком, доступная в черном матовом и хромированном цветах. Ручка многие годы выставляется в Нью-Йоркском музее современного искусства как выдающийся пример современного дизайна, но ее главная особенность – это возможность писать на влажной, замасленной, запыленной поверхности, ламинированной бумаги и даже тонком пластике, а еще и под водой и в невесомости. Про все особенности ручек и интересные факты о Fisher Space Pen мы рассказывали в отдельном видео, ссылка в описании. Alpaca Steel Belt – это минималистичный ремень с высокой прочностью. Подходит как для повседневной жизни, так и для больших приключений. Быстро настраивается и не имеет движущихся частей, сочетает в себе минималистичный дизайн и функциональную надежность. V-обратная магнитная застежка Fidlock – это основа ремня, и с помощью этого элемента аксессуар регулируется, а также открывается и закрывается. Тесьма из полиэстера и полимера, при намокании она не повреждается, пряжка также устойчива к ржавчине. Острич Pillow Eye Mask – маска для сна, способная обеспечить полную темноту. Можно использовать в дороге или дома, если не получается уснуть при любом свете. Маска выполнена из мягкого поролона и дышащей ткани, размер регулируется резинкой на липучке, а нос находится в специальном углублении, чтобы ничего не давило. Peak Design Wash Pouch – органайзер объемом 2,5 литра, в который поместятся, если не все, то почти все необходимые в поездке предметы гигиены. Он выполнен из прочной и влагостойкой ткани, которая на 100% состоит из переработанного пластика. Снаружи один отсек на молнии для бритвы и металлический крючок, чтобы органайзер можно было повесить. Внутри несколько сетчатых карманов разного размера, отсек для зубной щетки с магнитом для фиксации и отсек на молнии для мелких предметов вроде таблеток, линз в футляре или ватных палочек. Внутреннюю часть органайзера можно вывернуть наружу, чтобы убрать лишнюю влагу и просто его промыть. Alpaca Element Stack Case Mini – небольшая слинг-сумка, которую благодаря съемному ремню можно использовать в качестве органайзера для гаджетов и аксессуаров. У сумки одно фронтальное отделение, в которое помещается большой смартфон или мелкие предметы, необходимые по ходу дня. Сзади небольшая ручка для транспортировки и крепления для комплектного ремня. Внутри сумки одно просторное отделение, два сетчатых кармана, слот для ручки или стилуса, карман на замке, разделенный на несколько маленьких частей для хранения карт памяти, аккумуляторов, батареек или других мелких аксессуаров, а также отсек для смартфона или электронной книги. Это удачный городской слинг для самого необходимого. Смартфон, ключи, карт-холдер, какие-то салфетки с санитайзером, все помещается без проблем. Качество, как и в случае с другими товарами Alpaca, вообще никаких вопросов. На этом все, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии. А также заходите к нам в социальные сети, там тоже много интересного контента. До скорых встреч!